Всем здарова, с вами Найт, и сегодня мы поиграем в такую игрушку под названием «Построй дом для своей собаки», ну или же как по-английски «Dodge House». Я сейчас в небольшом ахере нахожусь, потому что только я открыл игру, и какой-то стрёмный голос мне начал говорить то, что я должен построить дом для своей собаки. Я видел то, что есть вторая часть у данной игры, я ее обязательно посмотрю. Так, что тут у нас? Ага, тут у нас шуруповер, тут у нас что, пила? Возьмем мы пилу. Так, а тут что у нас? А, тут у нас дверь гаража, которая не открывается. Я не знаю, зачем мы должны построить собаке дом. За хера. Стоп. А, я думал то, что в доме там инструменты взять какие-то. В смысле? Ёбана! Это что такое? А, не заходите внутрь дома. Окей, блядь. Стоп, что, блядь? В смысле, это концовка? I need my equipment to make the perfect doghouse. Блядь, я немного сейчас не понял, что было. Это была вторая концовка, что? Из трех. Типа, окей. Мы не построили для собаки дом, она превратилась в какого-то ебучего паука. Я не понимаю, что тут происходит. Ну окей, давайте сейчас уже построим собаке дом. Так, а что это такое тут? Тут какая-то херня. О, мы можем магнитофончик взять. Собака, тебе магнитофон нужен? Или что это вообще, блядь, такое? О, нихуя себе, мы зумить можем. Тун-тун-тун-ту-ду-дун-тун-тун. Так, а что я, блядь, с этим могу делать? It's still not enough. I need to check the garage. Я должен проверить гараж. Давай проверим гараж. Окей, взяли доски. Взяли молоток. Да с какой хернёй-то я хожу, я не могу понять. Что? Что она делает? Если это магнитофон... Ёбана рот. Собака, какого хера ты... Ты превратилась в паука? Почему ты превращаешься в паука? Я не могу понять. Я надеюсь, то, что ты на меня не побежишь, верно? Замок. Закрой эту дверь. Заебись. Дом для собаки. Просто попробуй кое-что. Так. Не, я думал то, что мало ли к ней подойти. Бля, нихера себе собака какая стрёмная. Блин, вот эту вот херню бы наш главный герой бы убрал, было бы очень хорошо. Был бы очень хороший кадр на превьюшку. Выкинь эту поебень, выкинь эту каку. Стоп, а это что? А, это дерево. Окей. Ладно. Но для чего-то же эта херня нужна, верно? Закрой эту грёбаную дверь. Да ща я её закрою. Ща. Мне кажется ли, эта херня на меня смотрит? Я не могу понять, на каком базаре такую собаку взяли? То, что собака немного превращается в ебаку. Ну, кроме как закрыть дверь, я не могу. Может, мне надо внутрь зайти? Не-не-не-не, мне кажется то, что... А хотя... Сейчас она... Что, блядь, происходит-то? То есть я был прав, это бумбокс какой-то, стоп, что? Стоп, какого хуя? Типа... Мы плюнули на все и пошли отжигать со своей собакой? Я что-то не знаю, что... Эндинг в третий из трех, диско-дог. Я не знаю, я, возможно, прямо сейчас посмотрю еще и вторую часть. Вот прям не перерывая видео, чтобы не откладывать на потом. Потому что я не понимаю, что это вообще такое. Раз в первой части такой, то значит во второй должно быть еще больше. Ну окей, во второй части хотя бы есть менюха. Нажимаем начать, стартовать. И тут даже показывают управление, нихера себе. Окей.
Так, ну тут мы уже живем в Майнкрафте, потому что тут квадратное дерево, квадратное вообще почти все. И, судя по всему, прошли праздники. Так, тут стоит радиоприемник. Я так понимаю, то, что диская собака может и тут быть еще. Тут уже нам никакой голос не говорит. Сделал он для собаки. Мне кажется, она стала крупнее. Нихера себе, это разъелась. Так, а что нам надо делать? Может быть, это нам взять? А, это, скорее всего, место, где строить дом. Окей. Так, а что у нас тут? Блять, чего? Я дотронулся до стекла и... И какое-то... Было землетрясение. Окей, зайдем внутрь. А! Прикольно, прикольная картина. Да, прикольная. Так, а что я тут? Я не хочу ничего пока что почитать. Блять, мне интересно, как чел живет с такими картинами? Мне было бы просто стрёмно тут находиться. Так, мой винтажный рекорд-плеер. В холодильнике нихера. Не, ну тут больше взаимодействий. Тут гораздо больше взаимодействий, чем в первой части. В первой части просто ты не понимал, что, когда, зачем и где происходит. А, собака решила тут полежать. Окей. Собака куда-то съебака. А что мы сейчас можем взять? Так, берем это, берем инструмент, давай бери. Или нам больше ничего не надо. Так, и теперь молоток. А молотка что-то нету. А молоток я не вижу где. А собака куда по съебам давака делась? Выглядит хорошо. Блять, больше похоже на какой-то стрёмный ящик. Я не знаю, мне кажется, ли какой-то вот такой вот шум появился небольшой. С какого хуя мой дом начал гореть, эй? Ты собака такая сутулая. Дом сгорел, 5 из 5. Стоп, тут что, 5 концовок? Я нихуя не понял, в смысле мой дом сгорел? Моя собака что там, пошла фаер-шоу устраивать или что? Неглит фулл эндинг. Чё-то и вот эти вот доги ко... Ой, блин, доги коин, да. Доги хаус, чё-то как-то очень-очень странно. А, мы не вытащили вот эту вот хуйню. Ясно, ясно, теперь всё. Такс. Мы съели... Я чё-то нихуя не понял. Комедия. Окей, давайте присядем сюда. Чё, блядь, происходит-то, я не могу понять. Ебать, нихуя себе. Наша собака что, стала стендапером? Это должно быть какой-то гребаный сон. Я не знаю, ты с чем делаешь себе вот эту лазанью, холодец, или что это за херобора такая? А, ну больше мы есть это не хотим, ладно. Ладушки. Такс, лучше это держать закрытым. Хорошо. Хорошо, будем держать это закрытым. Такс. Ага, собака тут у нас сидит. Стоп, а куда собака-то делась? Мы можем шифтовать. Значит. Подожди, 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 подожди. Может быть... А что это такое? Relax. Oh my god. Та-да-да. Так, а мы можем внутрь войти? Я не знаю, куда собака делась. Окей. Так, идем внутрь. А в смысле? А мы же... Мы же вытаскивали...
Я что-то нихуя не понял. А чё свет вырубился? Вот. Свет включаем. Так, собака, если ты имел в виду то, что я тебя забыл покормить, то у тебя в тарелке полно всего есть. Вот, я тебе приготовил. Я для тебя это как раз сделал, да. Вот давай, сейчас поедим, только меня не жри. Блять, к ней надо подойти. А можно отсюда через гараж съебать? А... Блять, что? Стоп, что? Я для тебя домик построил, все. Так, а теперь я думаю то, что надо бы вот так вот сесть, чтобы меня собака не достала. Так, секундочку. Ух ты ж, ебать! Нихера себе. Это у нас получается хорошая концовка. Окей. Окей. Я что-то совсем не понимаю. Так, и теперь секундочку. Ага, вот это вот первая плохая концовка. Бобик нам отхуярил пол руки. Окей. А я не понимаю, что на другие концовки надо сделать. А, типа прямо отсюда попробовать заново. Ничего себе. Так, секундочку. Стоп, подожди, 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 подожди. Так, а теперь... А, это хер на нас бежит! Стоп. А вот это теперь уже интересно. А вот это теперь уже интересно. Так. Встанем около той херни. Так, а ну-ка. Да блин, эта херня меня ест. А, то есть это вообще никак не влияет, да? Сейчас я надеюсь, то, что получу еще одну концовку, потому что там я... Я не знаю, я нашел какую-то... Такс, ага. Ага, духовочка. 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 Такс, бери эту херню поскорей. Так, ща эта собака-ебака сюда заявится. Так, давай, блядь, возьми. Вот, вот. Да, я как и ожидал то, что... диско-доги сейчас тут будет. А мы можем тем временем съебаться? Или вот эту вот дверь открыть? Я просто знаю то, что вот эту дверь можно как-то открыть, но как, я не могу понять. Ну а пока мы можем пофлексить нашей монстра с собакой. Просто повеселиться. Четвертое из пяти. Dance Ending. Но мне интересно, что нужно сделать на третью концовку. Я получал вот в этой части и первую, и вторую, и четвертую, и пятую, то есть где дом нахуй сгорал. А вот на третью что надо сделать? Я что-то пока не знаю. Ладно, пока что на этом мы приостановимся, потому что я... Но я серьезно, я не знаю, что мне еще тут делать. Но я точно знаю то, что надо как-то открыть ту дверь. Точнее, даже попытаться ее открыть, но это... Это уже будет в следующей серии. Кстати, вот тут можно подойти, да. О, Леонардо, я буду строить тебе новый дом скоро. Так что на этом мы пока приостановимся. И обязательно пишите в комментариях, как вам, понравилась данная игра или нет. Ну и да, и пишите комментарии. Так что на этом все. С вами был Настя. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. И всем до скорой встречи. Всем удачи, всем пока.